Громкая музыка, красные щеки читинцев и мороз, который ничуть не портит атмосферу праздника. Если кто-то еще не знает, в парке Дома офицеров уже не первый год работает каток. Те, кто любит лед, коньки и настоящий мороз, могут без раздумий приехать сюда. У нас каток работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера, естественно, включая все выходные и праздничные дни. По времени без ограничений, стоимость катания на своих коньках детям до 14 лет 50 рублей, взрослым 100 рублей. Вероника фигурным катанием занималась 5 лет. Про каток узнала от знакомых. Теперь это будет постоянным местом отдыха для девушки. Мне тут очень нравится, тут много народу. Много позитива. Несмотря на трескучий мороз, посетителей хватает всегда. А если фигуристы-любители сильно замерзнут, кружка бесплатного горячего чая поможет согреться. Если в новогодние каникулы у вас появится желание прокатиться с ветерком на коньках или наконец-то научиться это делать, вы можете в любой день приехать сюда на каток Адара. Анастасия Удовиченко, Анна Кулигина, ЗапТВ.